Сегодня Майнкрафт будет становиться реалистичнее с каждым уровнем. Выполняя различные задания, мы будем прокачивать свой уровень реализма. И чем он выше, тем красивее будет становиться Майнкрафт. Но что произойдет, если Майнкрафт станет слишком реалистичным? Давайте проверим, но мы начинаем. Ох, Фласочка, давненько нас не было в реалистичном мире Майнкрафта. Тут по факту скретча сотри мольберт. Какой мольберт? Синий Василек, понимаю. Ну, кстати, сейчас этот мир выглядит максимально нереалистично. Здесь везде пиксели, ты просто посмотри на этого коня. Какой конь? Конь обычный, просто ему глаза стерли немного. Да, его всего стерли. И, кстати, сверху есть шкала уровень реализма, а также у нас есть заблокированная таблетка. Реализм заблокирован. О, у меня нет этой таблетки. А почему тебе дали, а мне нет? В смысле не дали? Ты внимательнее посмотри, Ёшкин-матрёшкин. Я весь инвентарь уже обследовал, ничего. А, все-таки есть. Знаешь, в чем косяк? В чем? В том, что тут все нереалистично, а это реалистично. Так, а ты прочитала задание? Для разблокировки найдите реалистичную морковку. А зачем мне продублировали твои задания? Я не понял. Я думала, у меня будут особенные задания, они одинаковые. Все, я не буду выживать. Все, я выкидываю это. Извините, особенные задания. Так, ничего там не выкидывай. О, я вижу деревню. Я вижу коров коричневых, коричневых. Будто они из грязи вылезли только что. Да, их из грязи слепили. Блин, мне, если честно, максимально неприятно смотреть на такой Майнкрафт. И я хочу уже побыстрее повысить реализм. А это что вопрос? А, это улей был. Дай бог тебе счастья, здоровья, пацан. Подожди, а почему улей просто посреди неба висел? Я не знаю, может быть это баги какие-то за счет того, что у нас нереалистичный Майнкрафт, а? Да, реально, на реалистичном Майнкрафте все должно на деревьях висеть, а здесь улей просто в космосе. Скретчи, стой! Чё? Погоди минутку, мне нужно выбить! Я выбила! Скретчи, стой! Чё? Скретчи, беги! Я как Марк? Нет, прикол в том, что я показываю тебе цвет. Красный, значит, бежать нельзя, зеленый, значит, двигаться можно. Скретчи, иди! Скретчи, стой! Скретчи, иди! Скретчи, стой! Да, Фласка, у нас задание, и мы даже не знаем, сколько у нас уровней реализма, поэтому нужно найти грядку, которую я уже вижу. О, а что тут все так страшно выглядит? Реалистичная морковка. Не поняла, почему морковка реалистичная? Я осуждаю. Ну так было ж задание. Найти реалистичную морковку. Видимо, нам показывают, какая она будет потом. Ну слушай, очень реалистичная, я тебе скажу. Скретти, что ты скажешь насчет моего скина? Насколько он реалистичный? А насколько баллов по реалистичности? Минус 0 из 1. Так, у меня все, голод есть. У тебя голод есть? Да, я готова. Давай, идем. Давай, на счет 3. 1, 2, 3. Кушаю, повышение реализма. Оба, она прогрузилась. Нифига себе. Смотри, какая красота, ты только посмотри. Слушай, а этот Майнкрафт мне нравится больше, чем обычный, стандартный. Слушай, мне тоже нравится, выглядит максимально круто. Хоть это и нереалистично, но выглядит очень-очень миленько. А жители вроде обычные. Ты видела лицо жителя? Я не видела лицо жителя, я сажаю твою любимую морковку. Вот, посмотри на его лицо. О, он как из Марио, слышь, мне нравится. А, кстати, смотри, мы с тобой оба съели таблетки, и уровень реализма стал 2. И сердечки такие миленькие. Сердечки вообще милашные, ты видал, у нас вместо окуручка арбузик. Арбузики, да-да-да. Так, следующий реализм заблокирован. Для разблокировки победите реалистичного моба. То есть, подожди, мы с тобой нашли реалистичную морковку, а теперь нам где-то нужно найти реалистичного моба и победить его? Ну, по всей видимости, да. То есть, подожди, мы сейчас с тобой в этом нереалистичном мире найдем реалистичного моба? Походу, да, смотри, лук бутун. А чё он такой длинный? Я знаю, я решила тебя развести. Ой, палочки так миленько выглядят с листиками. Ой, пшеничка тоже так мило выглядит, сейчас покажу. Давай, я нам сделал топор. Кирочки, держи, это тебе. И нам нужно сейчас ходить будет и смотреть, кто из мобов реалистичный. Это что за кексики? А, это хлеб? Это хлеб. Прикольно выглядит, скажи. Я хочу, короче, незеритовый кирка и незеритовый меч. Мне кажется, до этого она выглядела лучше. Да куда? Зачем?
там? Да тихо. Ой-ой-ой. Так, подожди. Ну что ж, нам предстоит искать с тобой реалистичного моба. Пойдем, я хочу посмотреть, какой в этот раз будет реалистичный Майнкрафт. Давай, мне уж дико интересно. Мне кажется, лучше быть не может. Хотя ладно, я видела. На ультра качестве, а не хардкоре. Вот, побежали дальше. Вообще, знаешь, мне кажется, что реалистичный моб будет где-то в шахте. И я предлагаю туда спуститься. Ты что делаешь? А, вкусное какао. Я пила какао. Привет, пойдем. Ладно, все, погнали в шахту. Короче, ребят, мы с Флаской спустились в шахту. Здесь такой миленький зомби, я не могу. Я ему чипалах сломаю. Слышь, с него железо выпало кусок. Вот он. Это железо? Вот он, да, как жвачка Орбит. Офига себе, это чтобы зубы были белые, да? Ага, так, кто реалистичный? Не вижу реалистичных мобов. Подожди, это выкопало, блин. Я ему сломаю кабину, я ломаю кабину хлебушком, я ломаю кабину хлебушком, помогай! Так, да, Фласка, давай, нужно быстрее сваливать. О, еще окорочка. Скелеты, все, валим, пошли. Так, летучие мышки, они выглядят по-обычному, они вроде как нереалисти. О, господи, посмотри! Вот это я не могу. Это типа реалистичный крипер был. Не знаю, выглядел он просто ужасно, какой-то болотный. Тебя таблетку разблокировали? Конечно, тебе. Нет, я ж не убил еще. Все, у меня тоже таблетка разблокирована, я предлагаю прямо в шахте здесь ее переживать. Ладно, давай, у меня стрела где-то там. А, все. Все, давай. Раз, два, три. Кушаем и повышение реализма. Так, да, ты чего дерешься? О, а почему Майнкрафт выглядит теперь как обычный Майнкрафт? Отстой, я хочу сразу на следующий уровень. Что тут надо на следующем уровне? Ой, точнее, для следующего уровня. Нужно создать реалистичный железный топор. Это изи, все, скрыть, я попер, я добывалка. Ну, вообще, мы можем с тобой голема убить, но можем и так. Подожди, то есть мы сейчас получим какой-то реалистичный инструмент, звучит хайпово. Да, это будет топор. Это топор или кирка, я не помню. У тебя дерево есть? Нет. А, нету. Тогда добываем, идем в деревню. Нет, не хочу в деревню. Надоели твои деревни, ща приду. Она просто взяла и свалила. A few moments later. Прошло целых 2 минуты. Держи. 2 минуты? Так, ладненько. Все, верстачок у нас есть. Быстрее на новый уровень реализма. Хочу посмотреть, что там будет. Подожди, и раз создать топор нужно и тебе, и мне, значит, добываем целых 6 кусочков железа. А ты добывай камень на печку. Уже сделала. Ой, мы сразу сможем посмотреть, как будет выглядеть реалистичная печка и все остальное. Yes, именно для этого я ее и скрафтанула, Скретч. Я гений в третьем поколении. Только нам нужен уголь. Уголь суй. Откуда ты знаешь, что у меня есть уголь? Потому что ты добываешь его всегда, когда видишь. Давай, засовывай. Угадай. Пойдите его скидывать, я его подобрать из-за этого не могу. Все, ждем, пока переплавится у нас железку. Да. Итак, печка погасла, и, Фласочка, я даю тебе 3 кусочка железа и палки сейчас тебе дам. Они нереалистичные, эти куски железа. Что за бред? А зачем им мне... Топор реалистичный, посмотри, как он выглядит. А давай обход системы, дай его мне, чтобы у меня таблетка разблокировалась. Смотри, проверяй, прямо на твоих глазах разблокировалась. Ага, там написано, нужно ее скрафтить, поэтому крафти и делай. Понял, все, я делаю, так, крафчу. А теперь разблокировалась, зырь. Все, сразу на новый уровень реализма кушаем. Раз, два, три, и повышение реализма. Фласочка, а что произошло-то? Не знаю, что-то темно стало, ничего не видно. Слышь, еще, реально текстурки остались те же самые. А, ой, темно. Подожди. Ты чё? Моя таблетка освещает все. Так, подожди, нам нужно срочно уходить из этой шахты. Давай, веди, я ничего не вижу. Слышь, чё? Я вещи переключаю и звук с эхо. Слышишь? Мы в шахте, дурачок, это очевидно. Этого не было, звуков эхо не было. Ой, выглядит все максимально страшно. Короче, ребят, встретимся на поверхности. Офигеть, тут все красиво. Вроде обычный Майнкрафт, но появились тени и предметы стали падать по-другому. Майнкрафт? Но, смотри, какая лава. Вон светится вдали. О, смотри, какая миленькая овечка. Ути-пути, зайка моя. Мясо. Где? Кого ты там убила? Овечку. И лава там светится. Ёшкин-матрёшкин. Так, ладненько. Следующее задание. Реализм заблокирован. Для разблокировки найдите реаль... Стоп, что? Нереалистичную книгу нужно найти для разблокировки. То есть, погоди, нам просто обычную книгу нужно скрафтить, и все-таки это изи. Тут написано найти. Ну, наверное, можно и скрафтить.
крафтить. Так, о, слышишь, птички тут поют какие-то. Что-то все звуки Майнкрафта переделались, по-моему. Они не переделались, они добавились, ибо до этого их будто бы не было. Ну да, реально, птички поют. Мне вот интересно, а что будет у нас дальше, если уже Майнкрафт выглядит довольно-таки реалистично с этими тенями красивыми и так далее? Общий сбор! Да, какой вообще сбор? Я тут, кстати, хожу пока что по этим, по домикам. В теории мы здесь можем найти с тобой книжные полочки. О, слышь, халява. Погоди, только они должны быть. Погоди, нет, мы тут не должны найти с тобой книжные полки. Они не спавнятся вроде бы. В смысле не спавнятся? В деревнях они всегда спавнились, по-моему. Это было на старой версии. Я нашел книгу в сундуке эту. Все, я разблокировал таблетку. Ты что, серьезно? Не может такого быть. Это было очень быстро, так, ладненько. Да я перекушу немножечко. Ай, да за что? А мне дай книгу. Так, смотри, она реально нереалистичная по сравнению с Майнкрафтом, так? Дай, спасибо. Да она у тебя уже, все, таблетка распломбировалась у тебя. Это ты пломба, а у меня все открылось. Блин, так офигенно, что теперь предметы лежат на полу, звуки. Водичка стала Ты мою кирку сперла. Скретчик. Ты меня хлебом приманиваешь? Ты что, издеваешься? Я морковку только ем. Ага, зато все собрал и за мной побежал, как минимум. Ты посмотри, как в воде все красиво выглядит. Я знаю, я и хотела тебе об этом сказать, а ты убежал и такая, ну и фиг с тобой. Я понял. Так, кстати, можно что-нибудь еще найти? Что тут, картошка, морковка? Все, больше нам ничего не нужно. Ну, я что? Я, в принципе, проголодался. Можем еще с тобой немножечко перекусить. Давай. А, кстати, а мы тут и были, что ли? Это самая деревня. Я узнала по цветам. Она так изменилась. А то, что ты что хочешь, реалистичность решай. Но пока все не так однозначно и не так реалистично. Ну, я в принципе готов кушать таблеточку, житель, свалите, пожалуйста. Ну что, на счет три. Раз, два, три, кушаем. Опа, на уровень реализма вырос. О, посмотри, какой красивый. Что? Что? Я вижу свое тело. Посмотри. Ребята, похвалите скретчика. Он наконец-таки похудел и увидел свои ноги. Ты издеваешься, ты посмотри, какие жители. То есть это еще не последний уровень реализма, но все уже выглядит прям очень реалистично. Не-не-не-не-не, в конце будет просто сногсшибательно, будто бы в реальную жизнь играем. Ну дома красивые, да. Да, слушай, все стало гораздо красивее. Или красивее, не знаю, и кровать красивая. О, слушай, выглядит реально хайпово, смотри, как выглядит хлеб. Вот так вот выглядит баранина, вот так вот выглядит яблоки, вот так картоха, вот так вот. Вот это вот гнилая плоть, это белое что-то там. Фласка, все. Ты посмотри, как выглядят семена пшеницы, они в тарелочке. Я тебе и хотела это показать, почему семена пшенички в тарелочке, будто овсяная кашка какая-то. Это черная икра, Фласочка. Как порох? Откуда у тебя порох? Яблоки в кастрюльке в этой, в корзиночке, блин, как круто. Трэш, сейчас бы называть корзинку кастрюлькой, но да, скрэчи, я поняла. О, а что это тут у нас? Что это такое? Не знаю, что это лежит? Чернильный мешок здесь. А, это спрут по. Помер, а выглядит как, как чернила для красок. О, это чего? Подожди, это сырое щупальце? А давно со спрута в щупальце падает? Не знаю, тут еще есть немного чернил, тебе надо? Слушай, я вообще хочу посмотреть все разные биомы, даже хочу как динамит посмотреть выглядит. Вот динамит это звучит очень хайпово, ты глянь, какая церковь. Ты посмотри на голема. Ладно, я его стукну, прости, голем. Но от первого лица вот так вот играть, это максимально что-то необычное. Ай, больно дерет собак сутулая, давай бей его. Давай, я бью, так а ты что? Думал, он станет слабее. Я не знаю, а как он ломаться? О, у него глаз выбился перед последним твоим ударом. Сочувствую этому бедолаге. Так, а погоди, а что нам нужно, чтобы разблокировать следующий уровень? Так, создайте нереалистичный компас. А, по сути, нам просто, наверное, компас. Смотри, угадай, что это. Это изумруд, вообще не похож. Ты зачем его подобрала? Ты должна была просто посмотреть. А вот все. Слушай, от первого лица какой-то необычный опыт бегать. Вот я бегу такой, смотрю на свою руку, смотрю на этот красивый мир Майнкрафта. Ты где? Я смотрю на кота-пса. Чего? Где ты кота-пса нашла? Да, тут был свина-свин, потому что они, да. Свина, ой, я свина-свина в руки взял. То есть Майнкрафт реально стал сильнее, реалистичнее. Мы от первого лица смотрим, можем брать мобов. Ладно, давай-ка мы с тобой найдем стык между
обычным биомом и пустыней, мы можем с тобой... Подожди, а редстоун спавнится в этих, в заброшенных пирамидах? Редстоун в заброшенных? Нет. Ну в пирамидах просто, не спавнится. Да нет, а зачем он тебе вообще? Нам, ну, на задание компас сделать нереалистичный. Заверю, угадай, что это у меня в руке. Так, а ты не перекладывай, перо. Ладно, ты угадал, это перо. Да это слишком просто было, слишком просто. О, знаешь, мы с тобой бегаем, и я прям хочу сделать, знаешь, летсплей полноценный вот с таким миром. Да, давайте скинемся скретчку на новый компьютер, потому что его компьютер не выдержит такой нагрузки. Ты чё, у меня вообще все шикарно. Посмотри, какие коровы и вода. Прям фоткай и на обои ставь, ё-моё. Не, до обоев еще далековато, ибо есть еще один целый уровень, и я думаю, там будет просто пушка-бомба-гонка. А вопрос, где наш верстак? А, он у меня, наверное. Нет, вот, да, у меня. Так, вот он. Ставь верстак, я сейчас добуду немножечко дерева, мы с тобой сделаем железную кирочку и пойдем за редстоуном, чтобы компас сделать. О-о-о. Да-да. Неплохо, неплохо. Так, делаю березовые доски, делаю нам одну железную кирочку, забираю топорик, вот это забираю. Все, погнали с тобой теперь в шахту. Поперли. Так, мы с Флочкой нашли дырдочку в шахту. Подожди, а тут темно, у меня факелов не... А, дай! Не дам. Ну, поделись, пожалуйста, а я тебе за это корзинку яблок. Ладно, хорошо. Так, и надо перекусить немножечко хлебом. Так, кушаем, кушаем, все. Скрути, крипи, Ого, он с такими эффектами бубухнул, красиво. Смотри, Флочка, сейчас он бубухнет, посмотришь эффекты, а? Да, вроде не полная. Да, как по мне, красиво. Все, идем за редстоуном. И железка добывай, которую видишь. Хорошо, только у меня нету кирки. Да, каменную. Редстоун. Где? Ты уже нашла? Это редстоун? Я откуда знаю, что это? Это медь, да? Да, это медь. Это железо. Это железо, почему оно красное? Потому что от факела такой свет идет. О-о-о, слушай, логично, ладно, буду, пригодится. Все, желез добыто, да, нам пригодится железо, чтобы сделать несколько компасов с тобой, компасов. И осталось только редстоун, погнали. Пойдем. О-о-о, это редстоун же? Ну, не знаю, но оно светится, и от него странно... Вообще похоже на кровь. Свекольный суп чисто. Да, это редстоун, Фласочка. Так, все, я предлагаю снаружи уже добыть новый уровень реализма. О-о-о. Я понял. Зырь, как реалистично горю. Горю. Все, встретимся наверху. Зато тепло. Я все освещаю. Я горящий человек. Тяжелый случай. О, дай скелет посмотрю. О, он заплесневел. Все, идем наверх. Слушай, мы сейчас с тобой на болоте, и я слышу кваканье лягушек. Жесть, Крэчи впервые слышит кваканье лягушек. Я в шоке. Ты видишь, кто это? Это Миха! Миха! О! Мих, ты чё? Он фазана съел. Откуда фазаны в Майнкрафте? А медведь тебя не смущает, да? Ну, медведь меня тоже смущает, но фазан еще сильнее. Меня больше смутил медведь, и хорошо, что он хотя бы не агрессивный. Все потому, что мы не обмазывались медом. Будь мы обмазаны медом, он бы нас уже сожрал. Так, я не... О, железную руду ставь. Блин, он хочет жрать, дай я его покормлю. Хлеб, яблоки, чё ты ешь? О, сырой бараниной. О, я его покормил. Я фазана ему дам. Что он не хочет моего фазана? Потому что я его уже баранины. Так, ты от нашего печки. Отойди, пожалуйста, тут у нас все переплавляет железо. Ты тоже фласк свою железо кидай. А, где? Ща, погоди, а что из этого печка, что верстак, непонятно. Ну, чё, ждем железка. Так, железка переплавилась, я сначала делаю компас себе. О, он реально вообще нереалистичный. Ну-ка, что за фигня? Мне, походу, тоже надо скрафтить, у меня не работает. Видишь, таблетка не разблок. Ага, давай. Так, компас, он такой, фу, такой пиксельный. А смотришь на этот мир, он такой красивый. А как это крафтить, раз что он в центр? О, я сделала скретчи, я сделал, хвали меня, да. Хвали. Все, давай, кушаем таблетку и максимум реализма. Чего? Посмотри. Чего? Того. Просто посмотри, насколько детализированные листики. Подожди, а где мои сердечки, не понял? Не знаю, а где они? Подожди, у меня слева сверху человечек, а ну-ка дайте ударю. Ух ты. Чё? На тебе это надо увидеть. Подожди, ты не в голову попала. Нас в голову. Бам! Не, ща в руку попал, у меня рука поломалась. А что ты хочешь сделать? Все, я бью железным топором в голову. Да? Ой. Ты меня сразу убила? Чего? Походу, это все потому, что теперь мы более реалистичные. Ну да, у нас походу реально... А ну-ка, побей меня, побей еще. Побей, ноги мне сломало. Ой, о, у меня все потемнело. Это все потому, что я тебе в голову дала. Офигеть. Так, ладненько, давай-ка мы по-быстренькому с тобой сгоняем в деревню. Я хочу посмотреть, как там все выглядит, но этот Майнкрафт просто настолько реалистичный, что смотришь на водичку и прям хочется в ней покупаться. Тут по факту, когда у вас нету денег на то, чтобы поехать в отпуск, просто поставь
Ставьте моды, и пусть ваш компьютер взорвется. Да, слушай, ну реалистичный Майнкрафт. Кстати, шкала пропала, и нам написала максимум реализма. Походу, все дальше некуда пока что. Ну, походу, дальше некуда. На самом деле, очень обидно. Я бы хотела посмотреть, что могут еще придумать. Ну, это, я думаю, будет дальше. Ну, а мы идем в деревню. Тут еще постоянно кто-то кукарекает, кто-то орет, что-то непонятное происходит. Я сломала себе ноги. Да, я теперь медленно хожу. Подожди, то есть ты спрыгнула откуда-то сверху и стала медленно ходить? Да, я не знаю, как это восстановить, как. Я не знаю, может тут какие-то медкомплекты теперь нужны. А ну-ка, дай попробую, я прыгаю и... О, я тоже сломал себе ноги и медленно хожу. Ну все, Скретч, теперь мы с тобой официально непутевые, наверное. Походу, да. Ну слушай, прямо все такое красивое. Короче, ребят, если вы хотите, чтобы мы повыживали в таком реалистичном Майнкрафте, давайте соберем 15 тысяч лайков, и все будет. Ну а на этом, я думаю, можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами были Фласочка и Скретч. Всем удачи и пока-пока. Пока-пока. И вот знаешь, прям хочется вот посидеть за этим столиком, а посмотреть на свою немного незаправленную кровать, в окошко, в котором все выглядит максимально красиво. Братан, ты немножко не вписываешься в реалистичный Майнкрафт. Ты видел вообще себя? Ну да, нам нужны реалистичные скины, 100%. Да.